Друзья, всем привет! Идем в светофор. Видел, разгружали товары. Давайте посмотрим, что привезли. Давайте начнем с холодильника. Народу много сегодня. Так, вот чего давно не привозили. Салатик. Салат московский, поставщик ИП Коляда. Россия, Воронеж. Спасибо, молодцы. 39,80. Нормально. Так, а рядом огромная пекинская капуста. Почти 3-килограммовый початок на 143 рубля. По 49,90. Так, вот поменьше. 94 рубля. Кило 600 на 80 рублей. Так, что-то новенькое. Посмотрим. Торт «Бисквитная сказка». Состав приближу. Нажмите на паузу. Кого интересует, почитайте. Долго останавливаться не будем. 219,90. 900 грамм. Друзья, вот эту сметану я уже показывал. Буреночка по 113,40. Написано «без заменителя молочного жира». А рядом ведро 20% продукт, произведен по технике сметаны. И вот такая черно-белая унылая этикетка. Сметанка. Грустная сметана за 99 рублей с черно-белой этикеткой. Так, это у нас в магазине новинки. Раньше не привозили. Дачный продукт с сыром. Плавленый стародуб. Называется «с чесноком и травами для всей семьи». Срок годности хороший. 400 грамм. Приближу состав. Почитайте, нажмите на паузу, кого интересует. Так, она с разными вкусами. Есть еще сытный завтрак со вкусом ветчины, к чаю сливочный. Это со вкусом лосося. Полезный перекус для всей семьи. Ценник 111,20. Этот плавленый сыр уже покупал. Неплохой, в принципе, сливочный из сливок. Сыр плавленый, пастообразный, сладкий, омичка или омичка. Состав. Почитайте, кого интересует. Ценник 79,80. Друзья, еще что-то новое. Икорный соус с ароматом копченого лосося. Европром производит. Срок годности 6 месяцев. Любимая всеми фраза «без ГМО». И длинный мелкий состав. Приближу, почитайте, если кому-то нужно. 69,40. Так, рядом тоже что-то новенькое. Рыбная сеть «Кальмар энд соус». Сливочно-чесночное рыбно-кулинарное изделие. Кальмар гигантский, вареный, рубленый. В сливочно-чесночном соусе. Цена 53,20 за 150 грамм. Друзья, мясо сегодня почти все разобрали. Остатки по 179,90. Это голень индейки на 191 рубль. Вот так упаковано. Честно, давно уже предпочитаю это мясо курицы. Карбонат свиной по 369,90. Но относительно других магазинов вполне даже и неплохой ценник. Мираторг. Свинина на кости 229. Есть поменьше, есть побольше куски. 812 и поменьше. Так, привезли крабовое мясо. Имитация для вкуснейшего салата. Написано. Состав. На первом месте сурими, фарш рыбный из зоологических видов рыб. Огромная пачка, тяжелая. Так, ценник. 172 рубля за килограмм. Друзья, новый йогурт «Слобода». Небольшие вот такие стаканчики. Био-йогурт с клубникой. Есть разные вкусы. Так, с черникой. Это персик. И вишня. Отлично. Возьму, попробую. Тем более ценник недорого. Нормализованное молоко, фруктовый наполнитель, сахар, вишня, вода, натуральный загуститель. И так далее. 24 рубля стоит.
Сегодня действительно много новинок. Еще йогурт абрикосовый Эрмик по 19,40. Друзья, недавно показывал щечки свиные. Многие написали в комментариях, что вкусно их готовят. Многие покупают. Спасибо вам за комментарии, за внимание. Приближу состав для тех, кто не видел. Щековина на первом месте. Так, рядом уши свиные по 249,90. Так, а это что-то новенькое. Бекон. На срезе даже симпатичный. Сурский. Свинина и так далее. Так, ценник 362 рубля. Сегодня новое сгущенное молоко. В такой вот упаковке. Сгущенка, продукт молочный, сгущенный с сахаром, без заменителя молочного жира. 850 грамм, большая упаковка. Состав сыворотка молочная, восстановленная, сахар и так далее. Ценник 103 рубля. Многие советовали вот этот сыр, купил, попробовал. Да, вполне неплохой за свою цену, королевский. Он мягкий. Cheese House. Приближу состав. Почитайте, кого интересует. 400 грамм вес. Цена 269 рублей. Друзья, еще новинка в холодильнике с мороженым. Ярко-красные ведерочки. Дело в сливках. Витамин С, пломбир, клюква. Написано ГОСТ. Состав: мороженое, пломбир, сливки, молоко восстановленное, сахар, сливочное масло, молоко сухое и так далее. Нажмите на паузу, почитайте. Так, и ценник 149,80. Ванильный пломбир. Друзья, гору яблок привезли. Целых два палета. Огромные. Сейчас найдем цену. Так, вот яблоки выложили. По 52 рубля за килограмм. Яблоко сезонное. Красивые. 84 рубля. Вот такой пакет. Так, а это привезли редьку зеленую по 41,50. Рядом тыква. Очень давно не было. По 35 рублей. 126 рублей стоит вот такая огромная тыква. Так, лимоны не подорожали. По 102 рубля. Отлично. 72 рубля. 6 лимонов. Отличная цена. Гранаты по 99 рублей. Друзья, сегодня и томаты привезли по 145 рублей. Пакет на 154 рубля. Правда, твердые, если только готовить из них что-то. Сейчас зимой самое то компота наварить. Смесь сушеных фруктов. Так, абрикосы, яблоко сушеное, алыча, груша сушеная. Часто покупаю. Спасибо, ценник замечательный. 73,70, 700 грамм. Друзья, еще новинки. Чай Ристон Спешл. 100 пакетиков. Черный чай. Так, чай черный байховый, мелкий. 100 пакетиков по 1,5 грамма. Без ярлычка. Бывают потяжелее, кстати, пакетики. Ценник 81. Так, вижу еще новинка. Be Same. Наверное, так читается. Капучино, какао. 20 чашек, 20 порций. Так, что тут пишут? Капучино Be Came. Это страсть поцелуя в каждой чашке. Вот это да. Надо взять попробовать, значит. Так, ценник 198,20. 3 в одном. Друзья, обратил внимание, вот эти конфеты многие берут на кассе. Часто видел, еще сам не брал. Пишите, если пробовали. Пусть каждый день будет сладким. 147
рублей за 500 грамм. Так, давно не было. Еще для любителей сладостей вот такие кубики. Жевательные конфеты со вкусом манго. В составе манго, сахар, лимонная кислота. И все. Мягенькие вот такие, как желеобразные конфеты. Так, это со вкусом ананаса. Так, а там дальше другого цвета конг. Ананас сушеный. Тоже 500 грамм. Разные производители, смысл один и тот же, по 184 рубля. Конг более желтый ананас, а этот оранжевый, ислом называется. Друзья, вот такие персики в легком сиропе, не раз покупал, советую, отличные. Очень аппетитно выглядит. Персики, вода питьевая, сахар и регулятор кислотности, ничего лишнего в составе нет. Так, цена 166,70, 750 грамм. Рядом ягода протертая по 89 рублей, но ее разобрали. Так, это кубаночка облепиха. Дробленная с сахаром, многие хвалят. Нравится. Состав приближу. Облепиха, сахар, вода, желирующий пектин. И лимонная кислота. 2 года срок годности. Цена 105 рублей за 500 грамм. Идем далее. Черноголовка с заботой. Бэйби. Фруктовое пюре. Яблоко. Пишут 100% натуральный. Без добавления сахара. Без ГМО. И прочих наполнителей. Пюре яблочное. Содержит сахара природного естественного происхождения. Так, это все яблоко. Один вкус сегодня. Ценник 20 рублей. Спасибо за просмотр. Всем удачи. До встречи. Пока.